Добрый вечер, дорогие мои подписчики. Я сейчас нахожусь на съемочной площадке, пользуясь минуткой свободного времени, хочу обратиться к акимату Северо-Казахстанской области. 2000 человек, проживающие в селе Якорь, уже 5 лет живут без воды. 5 лет. Пишут письма в акимат, приглашают в СМИ и получают лишь один ответ. Трубы старые, нужно менять. И о сроках они умалчивают. Я очень обеспокоена данной проблемой, и я обращаюсь к акимату, или к акиму даже, Северо-Казахстанской области, уважаемый Кумар Иргибаевич. Прошу обратить внимание и взять под контроль данный вопрос. А я, в свою очередь, обещаю следить за данной проблемой и прошу жителей села Якорь держать меня в курсе событий, высылать мне видео, различные материалы. Я очень надеюсь, что меня услышат надлежащие органы и, наконец, данная проблема разрешит, поскольку деньги на решение данной проблемы были не раз выделены. Прошу расследовать и выявить, куда утекают деньги на замену труб. Пожалуйста, помогите.